Красноярскому скелетонисту Александру Третьякову и еще троим спортсменам разрешили вернуться к соревнованиям. Напомню, четверых скелетонистов отстранили от участия в состязаниях со 2 по 19 января на время антидопингового расследования МОК. Комиссия пришла к выводу, что подозрений в отношении спортсменов недостаточно, чтобы запретить им выступать. Из-за отстранения скелетонист Александр Третьяков пропустил этап Кубка мира, хотя по результатам двух прошлых этапов лидировал в турнирной таблице. Примет ли он участие в следующем заезде, который пройдет с 13 по 15 января, пока неизвестно.